Омск в очередной раз показал свой высокий уровень в достаточно молодом, но активно развивающемся виде спорта – аэробике. Уже в 7-й раз состоялись всероссийские соревнования «Звезды аэробики», и 4-й год подряд именно нашему городу доверили честь принимать на своей площадке Кубок страны по спортивной аэробике. Сегодня Омская область – это, конечно же, фаворит в данном виде спорта. То есть для Омской области спортивная аэробика – это, ну, в первую очередь, это базовый вид. И более того, у нас на 80% национальная сборная команда Российской Федерации укомплектована именно омскими спортсменами. Сегодня омская школа по праву можно называть самой сильной школой. Омск все время активно, один из самых активных участников Российской Федерации. Они всегда представляют себя свою команду на всех соревнованиях, поэтому они достойны этого турнира. Всем устраивает именно возможность удобного проживания, питания, все это организация очень высокого уровня. На помосте спортивного комплекса «Юность» за призы соревнований боролись сильнейшие представители 15 российских регионов и спортсмены из Казахстана. Конкуренция как в индивидуальных выступлениях, так и в групповых была жесточайшая. Уровень, конечно, очень сильный. И то, что не всегда мячам, даже на своей, не всегда нам стены помогают, потому что очень сильные соперники. Вот. Мы с уважением относимся ко всем результатам. Хотим, конечно, подняться повыше, но есть с кем соревноваться. Очень хорошие ребята. Юные звезды аэробики, моложе 18 лет, проявили себя на всероссийских соревнованиях. Здесь одним из самых титулованных спортсменов стал петербуржец Дамир Манафов. Менее чем за месяц до омских стартов он взял серебро на первенстве Европы. На звездах аэробики, несмотря на волнение, Дамиру удалось собраться и подняться на первую ступень пьедестала в индивидуальных выступлениях. Соперники были сильные, достойные, но мы победили. Но мы, мои тренеры, мой тренер Левина Людмила Викторовна, мои друзья, которые меня поддерживали, родители. Самые же зрелищные состязания ждали зрителей в рамках Кубка страны, где выступали взрослые участники. Высокую значимость этого спортивного события отметили аэробисты, приехавшие со всех уголков страны. Для многих соревнования стали отличной возможностью не только посостязаться с сильнейшими соперниками, но и попробовать новые программы. Первый раз с этим соло выступала на России, то есть было совершенно другое. И вот летом составили новое соло. Сейчас сделала, не уверена пока что, и элемент завалила. Буду нарабатывать, стараться вычистить элементы, не теряться на площадке. Самый сложный в моей программе – это крыша Венсен. Вот, ее мало кто делает в России. Вот. Ну, планирую ставить еще бедуинские 360. Вот, еще пока в процессе. Вот, учусь. Отличились яркими техничными выступлениями омское мужское трио, занявшее первое место, и женская группа, взявшая серебро соревнований. Мы приехали буквально пару недель с чемпионата Европы. Времени немного было на подготовку к Кубку России. Вот. Тренировались каждый день, естественно, делали одни номинации на Европе, а здесь уже другие, выступаем. Вот, поэтому, подготовка такая была в турборежиме. Также амич Роман Семенов смог взять личное золото. Соревнования проходят дома, то есть родные стены, поддержка. Вот, все это играет большую роль, то есть выходишь и кайфуешь по-настоящему от своего прогона, вот, и все получается, и динамично, и тренеры смотрят, то есть с улыбкой, и все смотрят с улыбкой, и поэтому все выходит. Всего же омские спортсмены за 3 дня завоевали 20 наград на всероссийских соревнованиях «Звезды аэробики» и 8 медалей на Кубке России.